как вы видите, поток идет, видимо, первый день хотят многие зарегистрироваться для того, чтобы с 10 числа нам уже представить на регистрацию самих кандидатов. Вот. Так как у нас сроки приема вот с 21 января по 10 февраля. 10 февраля у нас прием заканчивается, документов инициативных групп и политических партий. Вот. А далее уже с 10 февраля по 2 марта включительно мы будем непосредственно регистрировать самих кандидатов в депутаты Народного собрания. Вот. Нет никаких сложностей. Все идет строго по плану, который приняла Центральная избирательная комиссия.